Телерадиокомпания «Губерния» получила почетную грамоту за подписью президента России Владимира Владимировича Путина и медаль за вклад в подготовку и проведение Олимпийских игр. Напомню, Самарская область принимала эстафету Олимпийского огня 24 декабря 2013 года в Сызрани и Тольятти, а 25 декабря в Самаре. Наши корреспонденты прошли весь маршрут вместе с факелоносцами и показали в эфире самые яркие моменты. В течение Олимпийских игр освещали работу самарских волонтеров в Сочи и выходили с ними на прямую связь. Мы снимали эстафету Олимпийского огня в Сызрани, в Тольятти, естественно, в Самаре. Кто-то бежал с факелом, а мы бежали, естественно, с камерой. Не упустили ни одного яркого момента из объектива телекамер, все показали. И на самом деле это вот, ну не передать словами, наверное, только картинкой можно передать, насколько все это вот объединило людей. Никто не остался безучастным. Естественно, мы не могли такое пропустить и постарались максимально отразить это в наших сюжетах.